Всем добрый день. И сегодня пришла посылочка. Хочу поделиться вот такой красотой. Прям так довольна я очень. Что заказывала для подарков для наших выпускников? Вот такие мисочки. Мисочки железные. Вот. И с такой вот окантовочкой резиновой для того, чтобы они не ездили. То есть вот. То есть они особо не сильно ездят и не стучат, то есть не переворачиваются, не стучат. Это важно, я вам скажу, что это важно, потому что собачки, которые приезжают в новый дом, и так все страшно, да, там, допустим, ехал достаточно далеко, часто мы едем, да, вот, и, конечно же, ну, они стрессуют, поэтому, конечно, нужно все это такое учесть. Все одинаковые взяла, да, такие нейтральные мисочки. Много взяла, да, сразу. Там, кстати, была скидочка. Очень чудесненько, прекрасненько. Ну, почему бы и нет. Вот, они кушать не просят. Их много нужно. Много деток от нас уезжает. Поэтому взяла вот много очень. Все в порядке, все одинаковые, все у всех отличненько. Вот, поэтому вот так накупила таких вот мисочек. Я дома тоже такими пользуюсь, может, что-то и останется дома по надобности. Вот такие мисочки рекомендую, либо мисочки на подставочке. Ну, так, чтобы и не гоняли они эту миску, может быть, и пустую потом могут схватить, гонять, если она, ну, другого плана, где можно вот прям взяться, да, за верхушечку вот эту. Здесь будет сложно взяться. Не, ну, конечно, постараться можно, но вот. Это вот такие вот мисочки у меня на подарок нашим деткам-выпускникам. Вот. Всегда отправляю с подарочком, с каким-то приятным. Ну, и как бы это такая нужная вещь. Ну, а дальше уже владельцы могут сами выбирать, что им нужно. Что, может быть, по интерьеру там как-то. Может быть, какие-то другие. Но эти тарелочки хорошие. И еще вот столько много вот этих вот игрушек, узелков. Я, правда, их очень люблю. Это самое нужное дело, когда играет щенок, да, чем играет, тоже очень важно. Нельзя давать игрушки, которые принадлежат для детей. Даже у детей есть, да, там возрастная категория, какие можно давать, какие нет. Есть игрушки, которые там шарики вот эти такие заложены туда вовнутрь, их вообще ни в коем случае нельзя. Игрушки те, которые тоже внутри там что, поролон, синтепон, ну, в общем, всякая такая ерунда, которую можно разгрызть и наесться, да, попадет в желудок, попадет в горло. Ну, в общем, нужно быть внимательным к своему питомцу, очень его любить, да, чтобы не давать ему такие игрушки. Вот этот узелок, причем, смотрите, он такой прям большой, такой хороший, можно и таскать. И здесь посередине, и с этой стороны, и с этой стороны. В общем, эта вещь классная, полезная, этим можно играться. Этим можно играться и человеку с щенком, потому что, ну, вот дергать, да, и расшатывать такие зубики, которые молочные, да, которые нужно расшатать, чтобы они поменялись. Это очень важно, это нужно. Ну, и вот такие вот хорошие узелочки я буду дарить нашим малышам, нашим выпускникам. Ну да, взяла вот по скидочке, кстати. Когда смотрела, скидочки не было. Когда начала оплачивать, была очень хорошая скидочка. Очень хорошо. Ну, я брала их и без скидочки. Ну, потому что мне нравится, правда. Посмотрите, какой материал. Мне кажется, он, ну, такой экологический, чистый, да. Он как, ну, такая вот нитка, ну, не синтетика, а как натуральное что-то. Ну, в общем, очень мне понравилось, прям очень.
Прям даже посмотрю, что, возможно, еще закажу побольше, потому что, ну, такие вещи бывают достаточно. Нет, ну, они есть, конечно же, да, но подороже там, ну, почему бы и нет. И правда, качество мне очень понравилось, очень. Его всегда можно постирать, в принципе, если вам это нужно. Где-то вымазался вот этот вот канатик. Ну, в общем, классная вещь. Ну, вот и все. Да, такая моя покупочка. Очень довольна. Прям. Вот, все радует, все отлично, все хорошего качества. Ну, потому что иногда смотришь на фото, да, одно приходит совершенно другое. Ну, а тут прям зашло. Прям классненько у меня. Вот, переложу в другую чистую коробочку, потому что эта коробочка ехала где-то чего-то, где-то стояла, не знаю. Нам надо, чтобы все было чистенько. Вот и все. Вот мы готовы отправлять наших ребяток с подарками. И это помимо этих подарков мы еще приятные подарки ложим. Ну, потому что люблю своих выпускников, люблю, чтобы они приехали уже в дом с полным приданым, скажем так. Я не сомневаюсь, что вы там уже все приготовили, дорогие владельцы будущие наших деток, да. Но мы тоже хотим, чтобы наши детки приехали с приданым. Ну вот так. Все, всем хорошего дня, хорошего настроения. С 1 сентябрем всех. С, наверное, грустным немножко днем, потому что закончилось календарное лето, закончилось каникулы, отдых детей наших, да, все, вступаем в учебу, немножко более хлопотно становится. Но ничего, мы справимся. Все, всем пока. Всем всего хорошего, доброго, прекрасного. Кого наши детки интересуют, заходите на наши странички Ютубе, ВК, Фейсбук, Инстаграм. В общем, кто где подписан, кто не подписан, заходите по телефончику, под видео, Вайбер, Ватсап, Телеграм. Могу вам отправить ссылочки наши. В общем, если вы желаете счастья, оно у нас. Так что приобретайте счастье, будете счастливы, будете радостными. Все, всем хорошего дня, хорошего настроения. Пока-пока-пока.